Приветствую, друзья! С вами Антонина. И вы сегодня на моем позитивном канале. И сегодня мы обзор делаем магазин «Светофор». Подписывайтесь на мой канал Антонина Абрамкина. Будете в курсе новых поступлений в магазин «Светофор». И также смотрите мои таро-прогнозы. Таро-прогнозы обновляются. Будут каждый месяц обновляться. Поэтому приглашаю еще и на таро-прогнозы. Так что пройдемся по магазину «Светофор» и посмотрите, сколько сладостей, сколько конфет. Удивительный выбор. Посмотрите, я тут стою. Трюфель классический, конфеты Лакоше, 154,50. Вот, посмотрите, вот, тоже очень вкусные конфеты. Вот, что пробовал, то рекомендую. Что не пробовал, конечно, я не рекомендую. Но вот со вкусом трюфель, конечно, вкусные конфеты. 154,50. И посмотрите, какой большой пакет, килограмм. Вот. Рекомендую. А так, ну, конечно, уже все, уже большинство, наверное, попробовали уже, какие вкусняшки здесь можно купить. И из печенья, пряников. Тоже вот я так с вареной сгущенкой тоже в прошлых видео рекламировала. В общем, пробуйте. Выбор очень большой. И пройдемся по магазину, сделаем обзор. И видите, вот чуть-чуть осталось кофе Якобс. Вот я в каждом видео показываю кофе Якобс. 231 рубль. Совсем его мало уже осталось, этого кофе. Так что смотрите за поступлением нового кофе. И здесь у нас еще вот при как ножи, наборы ножей. Супер цена 120 рублей. Три штуки. Вот тут, смотрите, цвета разные. Здесь, если кому интересно, вот ножи три разных размеров ножи, ну и другие еще виды здесь ножи, вот смотрите. А также здесь еще вот чайники, супер цена, чайник стекло 579,90. Кстати, в «Светофоре» вот много сегодня желтых ценников, и видите, как бы товар со скидочкой получается. Значит, какая-то супер акция у них сегодня. Ну, скамейка 1019, вот они, ну, считай, я уже вижу, где-то рублей на 200 дешевле стали, да? И, ну, и мебель, вот смотрите, стул складной 688,50. Ну, дальше вот пройдемся. Бумага для выпечки, рукава для запекания, вот смотрите здесь. Горшочки 50,90. Пиалы, бульонницы, вот. Смотрите, 51, 45,90. Вот такие вот тарелочки. Форм для выпечки 214,60. И вот из новинок вот такие хорошие, удобные подносики. Видите, цвета разные. И розовые, и фиолетовые. Я вот купила фиолетовые. И сейчас сейчас очень много овощей. И намыть, поставить овощи на стол тоже хорошо. Арбуз разрезать. Вот я сейчас на задумку, как говорится, да. Вот. Сейчас арбуз разрезаем и ставим на стол. Очень удобно. И они не очень большие, а очень даже, как говорится, на стол поставить много места не занимает. 45,20 всего лишь. Тарелки 44,20. Глубокие 50,40. Это посуда, как говорится, она уже давно в продаже. Но она есть, и нужно ее показать. Вот салатники 21 рубль. Их чуть-чуть осталось. Вот видите, одна коробочка. Я их тоже купила, и очень даже удобно. Вот они такие красивенькие. Вот. Нижегородская область. Но они такие красивые, нарядные. Смотрите, вот березовые листочки, можно даже сказать. И также вот такие большие, с таким же рисунком. Вот такие большие салатники. Сейчас овощи, фрукты нарезать. Как фруктовницу поставить на столе, тоже интересно будет, как прозрачно. 73 рубля. А еще вот такая тарелочка.
кто для рыбу жарит. Ну, так же, как и фруктовинс, тоже можно ее применить. 62-60. Но это у меня сестра рыбу жарит, она постоянно, и вот она выкладывает на стол вот так очень красиво жареную рыбу. И красиво смотрится. Ну, и здесь из новой серии, как... посуда, вот она сейчас рядом со мной стоит, я про нее рассказываю, как она рыбу жарит и выкладывает красиво на эти тарелки. Вот. Ну, их даже комплектом же можно, да, вот посмотри. Ага. И, а посмотри, вон там еще вот сейчас тарелки, вот цены вы видите, каждой тарелке. Эти тоже удобные, да, для персонального тоже поставить можно. Рыба. Ну да, и как персональную тарелку можно. И бульонницы вот тоже как интересные, соусницы. Ну тоже это тоже как персонально поставить каждому, как в виде соуса. Ну тут фантазика на кухне очень много. И салатники вот, 109,90. В общем, посуды интересной очень много. Вот разновидности кружек тут. Вот такие. И 29 рублей. Вот там пока их много. И стаканов много. 112 набор вот стакана. И вот такие вот кружки. Но мне вот больше всего почему-то вот мне вот такое стекло нравится. Кастрюли также продаж. Я уже купила такую, между прочим, сковородку для поджаривания. Да, очень удобно и не пригорает, между прочим. Вот она мне помогает пока мастериться, да. И кастрюлю вот сейчас, как маринуем же, для бульонов, как для рассола, не бульон, а рассол, тоже очень удобно. 9 литров и 4 литра вот в продаже есть, казаны также в продаже есть. Вот. И сейчас, видите, еще как не так уж так много, не, и совсем немного, скажем, сушилка, вот, супер цена 941. Сейчас и яблоки сушить, а грибов-то сколько в этом году? Дожди прошли, грибов очень много. Вот, и яблоки сушить, вот сейчас сушилки 941,90. Вот, смотрите, пока есть еще в продаже. Между прочим, в других магазинах Светофора их уже нет. Здесь пока вот есть, обратите внимание. Так. Дальше из бытовой техники мы здесь мясорубка, кофеварки, чайники, все мы это видим, и очиститель воздуха. Ну и, конечно, я вот промчалась по одной стороне, а другую сторону не показываю. Просто показываю, что здесь очень много, просто горы пластмассовых изделий. Это контейнеры, унибоксы, ведра, как кресло, корзинки. В общем, набор посуды вот этот для пикника тоже еще вот здесь вот есть в продаже 192,30. Ну вот смотрите, аптечки вот здесь, как, ну это для аптечки, бокс универсальный. В общем, горы пластмассовых изделий, вы можете что-то для себя полезное приобрести. Вот, мне как-то надо пролезть сюда, выдвинули контейнер с соком, но я пролезу. Дальше мы пройдем. Смесители в продаже для раковин. Вот мы тоже поменяли смеситель. Поставили здесь вот с гибким шлангом. Нужно, мы принесли, обрадовались. А гибкий шланг тоже надо еще, оказывается, купить к ним. 272 рубля. Ну, это уже ряд для автомобилистов. Просто не рассказываю, а просто смотрите цены и что здесь имеется. Может, что-то для себя выберете. Это магазин «Светофор». Видите, антифризы, тосолы, масло. Так, это уже водители сами смотрите и выбираете, что вам здесь нужно. Полироль, аптечки, промывки, смазки всякие, ВДшки, прочие. Так, удлинители здесь вот есть электрические. Также есть и как
портативная газовая плита. Здесь вот для горелка на баллончике и саморезы. В общем, здесь много чего интересного есть. Даже от грызунов здесь вот есть чистый дом. Мор зернистый 21,50. Я уже взяла, вот, насыпала везде. Ну и кто благоустройством дома занимается, здесь побелки, клейповая и прочее другое. Вот. Смотрим дальше. Обувь. Обуви много. Также много к школьникам, если так что-то необходимое, важное, что сейчас нужно ребенку, если что-то не докупили, то в магазин Светофор можно выбрать из канцтоваров тоже. Ранец школьный для младших классов 753,40. Ну, ранцы, наверное, уже приобрели. Ну, кто знает, может, кто-то хочет обновить пеналы, тетради, ручки и гелевые, и как шариковые. То есть здесь выбор большой ручек. В общем, тоже смотрите. Мячи. Выкатили тут целый контейнер. Вот их. И игрушки. Так. Мячи, ну, 96 рублей, вот я вижу, наверное, да, 96 рублей. Так, игрушек много и для мальчиков, и для девочек. Очень много было вещей, видите, уже почти разобрали, и лосины, и брючки женские. Посмотрите, фактически ничего не осталось уже. А была целая стена с вещами. Посмотрите, вот здесь уже как... Если уже что-то выбрать, то уже, как говорится, не думаю, что все размеры сохранились, потому что буквально неделю назад был завал, бум этих вещей, и сейчас вот что осталось. Ну, колготки вот остались, скажем, колготок очень много, видимо, завезли, и разные цвета. Вот, колготки 149,90, вот женские теплые еще вот есть. И здесь вот кофточки еще вот показываю. Но уже выбор уже, скажем, еще есть. Можно, конечно, что-то подобрать, но уже не настолько много, сколько было. Вот игрушки, куклы, наборы, подарочные наборы. Вот здесь куклы, мы все это уже показывали. И, конечно, мы подошли к комплектам. Просто на резинке. Ну, размер же маленький, наверное. Да? Ну, это маленький. У меня же большая кровать. То есть, ну, вот здесь, конечно, здесь их больше стало. Видимо, постельных комплектов прибыло. И как расцветки, и размеры, и цены вы видите. Ну, я вижу, как бы здесь пополнился товар. Да, их стало больше, но с желтым ценником пока не вижу. Значит, товар только что пришел. Бытовая химия. Рассказывать про то, что они себя представляют, не нужно. Все мы им пользуемся каждый день, ежедневно. Просто смотрите цены и... Смотрите, кому что понадобится, нужно. Это магазин Светофор. Так, все есть. И мыло, и шампуни, и крема, и гели. И, кстати, вот этот гель для стирки, я его уже неоднократно, как говорю, очень хорошо отстирывает. Вот даже те загрязненные вещи, как спецодежды, вот стираю после, скажем, как... ремонт автомобиля или еще что-то, да, и отстирует хорошо. Мне сейчас пока этим стираю, мне нравится. И можно стирать и автомат, и ручную стиркой его пользоваться. Но отстирует хорошо, вот рекомендую. Ну вот смотрим здесь на все порошки желтые ценники. Супер цена 349 рублей 5,7 килограмм Ариэль. Тоже скидки вы видите.
на весь стиральный порошок желтый ценник. То есть у них супер акция какая-то сегодня на стиральном порошке. Так что обратите внимание, это магазин «Светофор». И так, с вами была я, Антонина, и моя сестра-помощница. Всем пока. До новых видео. Пока.